Вот уже 80 лет российский народ помнит о тех суровых днях, когда усилия страны были направлены на решение важной задачи – отстоять Москву. Битва за Москву – одно из величайших событий Великой Отечественной войны. Она началась 30 сентября 1941 года и завершилась 20 апреля 1942. Это сражение стало одним из самых масштабных во Второй мировой войне. Ни одна столица мира не дала такого мощного отпора Гитлеру. Важную роль в отражении атаки фашистских захватчиков сыграло народное ополчение, в рядах которого сражались и наши земляки – Щелковский батальон народного ополчения в составе 4-й дивизии. Вспомнить павших солдат, земляков, тех, кто до самого конца защищал родину и своих соотечественников, собралось множество людей. Неоценимый подвиг героев навсегда останется в памяти потомков. По традиции память погибших почтили минутой молчания. После все собравшиеся смогли возложить цветы к мемориалу воинской славы. На всю жизнь запоминающаяся дата. В битве под Москвой, мы об этом знаем, помним, был развеян миф о непобедимости фашистской, немецкой фашистской армии. И действительно вся страна встала на защиту столицы